Просто входи, входи в Его присутствие, в Его движение, открывай свое сердце, открывай свой дух. Аллилуйя, о Иисус, аллилуйя, о Иисус, аллилуйя. Ты моя жажда, ты моя страсть, ты моя мечта. Я люблю тебя, Иисус. О, аллилуйя, я славлю тебя на этом месте. О, Иисус, ура мана на васе. О, мене сера мана ло. О, мана сера мана ле. Я не говорю, что мне хватит. Я говорю, что я хочу еще. Я хочу еще. Господь, я жажду еще. Я жажду еще. Я жажду еще. Я жажду еще тебя, Иисус. Я жажду еще тебя, мой Бог. Я жажду еще тебя, Иисус. Я жажду еще тебя. Излей, 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 излей. Пропитай меня собой. Пропитай меня собой. Излей, излей. Дух Святой, пропитай меня собой. Пропитай меня собой. Дух Святой, Дух Святой. Ура мана ле мане. Сора макия масе. Твоя субстанция, о, изобилие, 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 о, ракина масете. Я хочу быть подключен к тебе, подключен к тебе, подключен к тебе, Иисус. Хочу быть полностью принадлежать тебе в это утро. Томаке, томаке. Тебе, Иисус, принадлежать тебе, принадлежать тебе, принадлежать тебе, Иисус. There's something bigger going on. There's something bigger going on. There's someone bigger than me. There's something bigger going on. There's something bigger going on. There's someone bigger than me. There's something bigger going on. I can feel it. There's something bigger going on.
There's something bigger going on. There's someone bigger than me. There's something bigger going on. So fill me with the knowledge of God, with the knowledge of you, with the knowledge of the Holy, Holy. Fill me with the knowledge of God, with the knowledge of you, with the knowledge of the Holy, Holy. So fill me with the knowledge of God, with the knowledge of you, with the knowledge of the Holy, Holy. So fill me with the knowledge of God, with the knowledge of you, with the knowledge of the Holy, Holy. Make me up in the Spirit, hey, yeah. Take me up in the Spirit, whoa, whoa. Take me up in the Spirit, hey, yeah. Take me up in the Spirit, whoa. Ira to kyo na gumatay, ira kilo na gushmay, ira to lo na gumatay, ira to kyo na gumatay, ira kilo na gushmay, ira to lo na gumatay. Трогшту, аж тик,
убежать с тобой, Иисус, только с тобой, только с тобой. Я буду бежать, я буду бежать, я буду бежать там, где ты, Иисус, я буду бежать, я буду бежать, я буду бежать, Господь.
Slaukiam viešpatie, išlieki ugničia, mūsų širdis ilgisi tavo buvimo. Mes laukiam viešpatie, išlieki ugničia, mūsų širdis ilgisi tavo buvimo. Mes laukiam viešpatie, išlieki ugničia, mūsų širdis ilgisi tavo buvimo. Mes laukiam viešpatie, išlieki ugničia, mūsų širdis ilgisi tavo buvimo. Mes laukiam viešpatie, išlieki ugničia, mūsų širdis ilgisi tavo buvimo. Стоя.
только в славе Твоей есть Твой огонь, Сын. Только в славе Твоей. Открываем свое сердце. Скажи: Господь, я хочу быть с Тобой и только с Тобой. Ничего не хочу без Тебя. Ничего не хочу без Тебя. Хочу быть только с Тобой. Любимый, я хочу быть только с Тобой. Влеки, возьми мое сердце, возьми всю мою жизнь, возьми все, что у меня есть, чтоб я был с Тобой. Вдруг, что будет мало меня сюда, кай, вдруг, что жвет мало меня тебе, кай, вдруг, что будет мало меня сюда, кай, вдруг, что жвет мало меня и тебе. Лети, стигаешь ирвиас, веди ту, и со вас будет нас, тут ок стыдес, эсы, ток сня пожим поздар, слинга сын. Oh,
тебя. Ты словно мне иллюзия. Я на всякий сейчас на этом месте. Поднимай. Поднимайся. Поднимайся. В близость к Ним. Поднимайся. В близость с Ним. Отрывайся от этой земли, от этой реальности. В близость с Ним. Поднимайся, поднимайся в близость, в потоке славы, восходи в Его присутствие, в потоке славы, воспари в Его присутствие, не останься здесь, не задержись на этом месте, будь с Ним там, на небесах, Он ждет тебя, Его сердце пылает любовью для встречи с тобой, Его сердце открыто для тебя. Бой на небесах, в садах Эдена, в присутствии твоей
славы, Иисус, время близости, время близости, как эта невеста твоя, она желает тебя, желает тебя, как ты желаешь ее. Желает тебя, желает тебя, любимое объятие с тобой, объятие с тобой. Забирай, забирай, уводи, уводи, уводи невесту. Входи в глубину сейчас, не жди сейчас, не жди сейчас никого на этом месте, побудь с ним наедине. Ты сюда приехал, чтобы побыть с ним наедине. Он ждет, он ждет, он ждет этой тайной встречи с тобой. Где никто, где нет посредника, где глаза в глаза, сердце в сердце. Близость. Спасибо тебе, любимый. Сегодня это открыто. Мы живем в чудесное время, когда его реальность, его близость, она открыта. Это время, когда он для себя сказал: я не буду прятаться от них. Это время, когда он выбрал идти навстречу тебе. Он сказал: я не прячусь, я не спрятанный, я не сокрытый. Я открыт, я доступен, я ожидаю, я наслаждаюсь общением с тобой. Принадлежи мне, любимая, принадлежи только мне, я поведу тебя, я буду вести тебя, я направлю тебя. Я помогу тебе, я защищу тебя, я обеспечу тебя, я успокою тебя. Я дам свой мир тебе. Этот мир, он этого не имеет, ты не найдешь это. Но я тебе это дам, я люблю тебя, я наполню тебя этим. Миром моим, покоем моим, любовью моей. Мое присутствие, оно не оставит тебя. Я не оставил вас, я не бросил вас одних. Я с вами до скончания века. Невеста моя, время с тобой. Я ценю это время, я дорожу им. Время, время с тобой. Время с тобой для меня всегда отделено. В моем сердце оно всегда отделено. Время для тебя.
ты невеста моя, любимая моя. Церковь, мы живем в удивительное время, так как сейчас Иисус еще никогда не был ближе к нам. Настолько открытым лицом Он настолько открыт и доступен сегодня. Аллилуйя! Спасибо, любимый! Спасибо! Исцеление происходит сейчас по этому месту. Рушится одиночество. Просто рушится одиночество. Кула марабашеле грейс. Аллилуйя. Аллилуйя. Прекрасное время. Прекрасное время. Мы рождены в самое-самое удачное время. Кто-то читает Божьих генералов, отцов веры и говорит, почему? Почему я не был рожден тогда? А я говорю, как хорошо, что я не был рожден тогда. Аллилуйя. Я не хочу туда. Я хочу туда, вперед, в будущее. Там, где Он со своей невестой, со своей возлюбленной. Там, где Он открыт. Там, где встречи с Ним. Там, где меркнет все на этой земле. Аллилуйя! Удивительное время, удивительная атмосфера. Настолько мягкая, настолько приятная, настолько комфортная. Ой. Итак, любимые, поздравь своего соседа, скажи, открой свое сердце, открой сердце. Пусть сердце будет открытым, твой дух будет наполнен сегодня. Александр Кленингер, Германия, мы приветствуем тебя на этом месте. Оу! Мы закатим еще следующее поклонение. Бог великий, Бог чудесный. Знаете, в атмосфере что-то есть. Ты можешь что-то почувствовать. Ты можешь прочувствовать Бога. Ты можешь прочувствовать Его сердце. Ты можешь прочувствовать, что Он хочет. Задай себе вопрос, чего Он больше всего хочет. Поставь себе вопрос, чего Он больше всего желает. Чего больше всего желает его сердце? От чего его сердце разрывается уже тысячелетия? Кого он желает, наш отец? Кого он хочет? К чему он стремится? Знаете, мы... Нас обманули. Мы не туда шли. Нас направили не в то направление. Нам показали не того Бога. Нас научили не тому Евангелию.
У нас украли Бога. У нас украли Отца. Дети, скажите амен. Нас религия разделила с Отцом. Это наш. Самое больше всего. Бог хочет детей. Знаешь, если ты, как родитель, желаешь больше всего все остальное, кроме детей, любишь все остальное, твою карьеру, твое призвание, твое служение, больше детей, мне тебя жалко, у тебя неправильное испорченное сердце. Знаете, я хочу сегодня раздеться, я говорю не физически. Знаете, я хочу быть сегодня... Знаете, иногда как трудно быть самим собой. Потому что нас научили не быть самим собой. Нам кого-то показали. И мы всегда стремились быть кем-то. Мы всегда стремились быть чем-то. Знаете, мы живем сейчас в уникальное время. Когда мы были в Испании... В начале июня мне Бог показал, что это время перемены, время перехода, это переходной день, это третий день. Этих дней не очень много на этой земле. Это день, это такой же день, как день твоего рождения, когда ты родился. Сейчас Бог рождает на этой земле что-то такое, чего дьявол очень сильно боится. Сейчас Бог возвращает все стандарты. Сейчас Бог заводит механизмы. Дьяволу удалось. Те механизмы, которые пришел Христос и завел, дьяволу удалось их остановить и еще направить в другое направление. И теперь церковь ищет то, чего не должна искать. Идет за тем, зачем не должна идти. Церковь – это не церковь. Церковь теперь гонит то, что от Бога. Церковь не желает Царства Божьего. Церковь не хочет Бога. Церковь не хочет славы. Знаете, когда ты ложишь свою жизнь, служишь. Вы знаете, слава Божия не придет, если ты не отдашь себя полностью на 100%. И скажите амен. Слава Божия не явится, чудеса не явятся, Царство Божие не явится, когда ты не отдашь себя Богу на все. Когда ты полностью, ты должен полностью открыться. Когда я стоял немножко, Бог изменил мою тему. Она называется «Выйди из-за куста». Выйди из-за куста. В самом начале. Бытие 3 глава. Человек зашел за куст. И большинство так и остаются за кустом. Большинство так и прячутся от Бога. Большинство боится. Третий день – это день воскрешения. Третий день – это день чудес. Третий день – это день царства. Третий день – это проявление царства Бога. И ты сейчас находишься прямо в нем. К сожалению, когда Иисус воскрес, немногие были там. Немногие были с учениками. Немногие хотят славы. Практически все не захотели славы. Практически все распяли Христа чудесами, знамениями. Тот же Дух сейчас борется против того, чтобы Царство Божье высвободилось на этой земле. Тот же Дух идет сейчас против. Какой Дух в тебе?
человеческую жизнь с грехопадением вошел страх. Этот страх сейчас прячет нас от Бога. Этот страх сейчас отделяет нас. Мы не можем Богу доверять. Мы боимся Бога. Мы боимся отдаться Ему полностью. Человек захотел стать взрослым. А Бог сказал: если не умолитесь, как дети, не войдете в Царство Божье. И все взрослые сказали амен. Я в духе. Это тема для взрослых, чтобы взрослые стали детьми. Чтобы взрослые бегали голожопые. Аллилуйя! Тебе, Иисус, вся слава Ему. Он классный. Иисус классный. Иисус классный. Иисус, ты классный. Тебе вся слава. Как дети. Это слово для взрослых. Будьте как дети. Будьте как дети. Аллилуйя. Детки, сядем. Мы возвращаемся к первоисточнику. Церковь, она не церковь взрослых. Церковь, это церковь. Понимаешь? Аллилуйя! Ва! Когда Моисей стоял перед чем? Перед кустом. Что Бог сделал? Он им показал прообраз, что будет с кустом. Сгорел! Хочешь, чтобы чудеса в твою жизнь пришли? Хочешь, чтобы живой Бог высвободил свою славу? Дайте им аплодисменты. Я за них забыл. Про них. Спасибо вам. Классно. А знаете, вообще неплохо. Во время проповеди. Бом-бом-бом. Классно. Они не хотят уходить. Если хотите, стойте. Будьте как дети. Знаете, о, аллилуйя, потому ты ничего не бойся. Бог хочет убрать этот куст. Выйди из-за куста. Вы знаете, доказательство того, что мы еще не стали детьми Бога, это наш страх. Это мы боимся. Мы не можем папочке доверить. Знаете, я смотрю на моих детей, и я просто вижу, они не боятся. Моя дочь говорит, на диван становится, может так, скажи, папа, держи. Папа раз не задержал. Нет. Понимаете, они не думают, что им завтра нечего будет одеть. Они вообще не думают,
Как все взрослые, когда становятся взрослыми, они говорят, я бы хотел всю жизнь быть ребенком. Вздохни, ты будешь им, ты уже стал им. Ты просто этого не знаешь. Дитё Божье ты, красавчик ты. Вы знаете, ребенок бы какой бы ни был, вот знаете, выйдет, не может петь, ни в рифму, ничего. Ты его сюда поставь, он сюда выйдет, вы все ржать будете, вы все будете довольны, кататься будете, во все хлопать будете, больше, чем Майклу Джексону. Почему? Потому что это же классно. Будьте как дети, будь как ребенок. Вы знаете, мы в духе себя надели. Это тема прошлой конференции. Фиговые листья. Кто помнит? Фигню сними. Сними свою религиозную фигню и улыбаться начни нормально. Как ты? Я хочу тебя увидеть, я хочу с тобою познакомиться. Настоящим, настоящим. Мне нужен настоящий. Я говорю, Бог, что мне проповедовать взрослым? Я говорю, Бог, ну как бы умом и сообразительностью так не отличаюсь. Когда я уходил с церкви, я сказал, ну моим лидерам, ну может быть меня Бог призовет, знаете, может быть у меня большая судьба, чем за пультом сидеть. Это круто за пультом сидеть, серьезно говорю. Если тебя туда Бог поставил, сиди. Знаешь, как классно. Из пульта сразу пастор, знаешь. Из-за пульта. Ничего не бойся. Ты думаешь, ты пропустишь жизнь. Вот здесь я служу в этой церкви. Вот стою ашером, собираю пожертвования. И ты думаешь, Бог про тебя забыл. Аллилуйя. Собирай, как ребенок. Подходи и говорю, давай больше, ты что? Реально? Что ты жмотишься? Жмоты в Царство Божие не пойду. Скажи ребенку, он все отдаст, у папы, у мамы соберет, все засунет туда. Мы же взрослые, мы боимся, вдруг колбасы не будет на завтра. Вдруг еще что-то не будет. Господи, будьте как дети, Царство Божье, это так классно, это так супер. В Царстве Божьем нету нужды. Нету. Никакой! А если папа ребенку что-то не дает, значит он знает, почему не дает. Аллилуйя! Павел говорит, я научился жить во всем. И в этом, и в этом, и в бедном, и с баблом. Папа говорит, дай тебе деньги, ты все раздашь. Вы знаете, мы боимся. Мы боимся. Многие говорят, зачем чудеса зубами золотыми? Вот бабка пришла на энкаунтер с Калининграда. У нее было 10 металлических зубов. 9 Бог сделал золотыми. Она говорит, никогда у меня золота не было. Я даже не мечтала. Даже цепочку не мечтала. Цепочки. Мы бедные. Понимаете? И я получил огромное откровение. Все сейчас кризис. Пророки говорят, кризис. Боюсь. И за кустом сидят, кризис. Мусульмане плодятся. Халилюя. О, круто. Мечети строй, скоро там будут петь халилюя. Амен! Они первые пойдут в Царство Божье, а эти никуда не пойдут. Дьявол воюет, как ты только рождаешься свыше. Дьявол сразу воюет, и он хочет забрать у тебя детство. Он хочет тебя рабом сделать. И уже дети только родились, они уже рабами. Они уже становятся рабами. А я говорю, Бог, ничего не будет нам.
Я говорю, церковь ни в чем нуждаться не будет. Я стану на проповедь, у меня железная кафедра. А и она станет золотой. Вова, я показал. О, золотые зубы. Да ничего нам не нужно. Нам бабло не нужно. Вообще ничего не нужно. Распилил ее. И купил здание. А если Бог не дает, да и хрен с ним. Совсем. И пусть катится. И подальше. Сидите в этом здании. Ну и что? Вы знаете, реально, дьявол все исковерк. Иисус говорит, ищите прежде всего Царство Небесное. А мы что ищем? А почему ищем? Потому что Адам с Евой захотели стать взрослыми. А знаете судьба взрослых? Страх. Страх. Потому что ты не знаешь, что завтра будет. Ты не Бог. А Бог знает. И Бог ищет детей. Здесь ребенка ищет. Ребенка ищет. Не взрослого. Ребенок. Доказательство того, что они стали взрослыми. Они захотели стать взрослыми. Они вдруг увидели, что они голые. И все мы оделись. И до сих пор, даже в духе, мы одеты, и мы прячем себя. Мы прячем такие, какие мы есть. Я говорю, Бог, я боюсь на эту конференцию. Бог, что? Что еще за кустом? Я говорю, Бог, я боюсь взрослых. Они же умные. А я дитё, надо мной все посмеялись, сказали, ха-ха, тебя Бог может использовать. Я стою такой, ну я как ребенок, знаете, в Библии верю. Я говорю, Бог, написано, ну, ты нелицеприятен. Аллилуйя! А вот хочешь чудеса, стань ребенком. Хочешь чудеса? Делай, что Бог говорит. Все, что мне сейчас здесь нужно, это быть ребенком, быть открытым, не сидеть за кустом, говорить то, что Бог мне сказал, и ничего не бояться. И сказать, у вас туфта вся. Как только я покаялся, сразу же с меня начали делать взрослого. Я умирал, я не хотел жить. Все рвутся в Германию. Я приехал в Германию, я разочаровался, я хотел покончить жизнь самоубийством. И 7 месяцев думал, как только убить себя. Пришли верующие люди, рассказали мне о Боге, я покаялся, я попал в церковь. Я попал в церковь, я не знал, я никогда в жизни не был в церкви. Вы знаете, что страх руководит всем этим миром? Вы знаете, что страх... Он пришел как раз тогда, когда человек захотел стать взрослым, и страх сопутствует взрослых людей, детей нет. Дети, они доверяют, они полностью, они бесстрашные. Амен. Я помню, сделал лук, приделал гвоздь на стрелу, Чингачгук насмотрелся, и в другого, хау! Стрела так ровно летела. Я говорю, блин, почти в глаз. Ему в нос воткнулось. Все. Я ребенок, дитё. Кровища пошла. В это, я думал, ну глаз выбил, попал. Потом раз, в нос. Думаю, ну еще Чингачгук не получится. Это дети. Понимаете? Помню, как ребенок, отец вырыл колодец большой, большие бетонные кольца посадил. И забыли согнуть эти дуги, которыми кран поднимал, знаете. Забыли согнуть. И я туда залез, я там ковыряюсь пальцем. Хоп, сели кольца.
А палец не вылазит. Я и так, и сяк. Палец не вылазит. Вся деревня собралась. Папа сломом несется. Ужас, у сына палец застрял. Дети беззаботные. Папа прибежит сломом. Папа поднимет кольца. Это были не маленькие, которые ты в туалете ставил. Это были вот такие, вот как до туда. Огромные, знаете, такие были? О, такие. У меня папа большое делал все. Наш папа большое делает всегда. Понимаешь? И как вы думаете, папа поднял? Поднял один. И мой пальчик спас. Смотри, ничего, все нормально. Во. Даже не кривой. Понимаете? И как то, понимаете, но взрослый бы туда не залез, в колодец. Он бы пальцем там не ковырял. Туда надо было сначала спуститься, ноги засунуть. И потом спрыгнуть и пальцем ковырять. Взрослый бы никогда не сказал, золотые зубы. Взрослый бы никогда не сказал. Знаете, все взрослые пастыря в Германии 4 года назад, они сказали: «Encounter, encounter». В Германии не работает. Ведение Г-12 в Германии не работает. А знаете, что дети сказали? Папа сказал, работает. Папа сказал, работает. И все. Я помню, взрослым сидел. И он мне говорит: Саша, не работает. Я говорю: работает. Я говорю: Бог сказал. Бог сказал. Ну, он говорит: Саша, ты не понял. Он говорит: я тебе говорю. Не работает. Сейчас меня недавно в один союз звали. Тогда не звали. Он говорит: не хочешь, там адвокаты, там защита, короче, охрана. Я такой стою, не понял. У меня самая крутая. Я не понял. Он говорит: этот пастор не знал, что я самым главным 3 года назад разговаривал этого союза немцам. Боссом. Мы даже сидели, кажется, там. Было когда-то там. Взрослые кинули детей на бабло. Дети отпрыгали, служили. Взрослые кинули, короче. Ну и вот. И там же этот взрослый сидел. И он мне такое говорит по-немецки. Вот. Ну в Германии же по-немецки разговариваем. Иногда. И это. Ну и, короче, этот взрослый мне говорит: слушай, ну... Там Г-12 в Германии, у нас только команды, только первые энкаунтеры сделали. Вот. И чудеса прорвало, оказывается, заработало. И мы как дети, вы вот понимаете, такой стресс был, первый энкаунтер начинаем. Вдруг как жахнуло, как бабахнуло, сила пришла. Будь ребенком, Бог тебе говорит. Многие из вас, многие по всему миру сидят и боятся за кустами, боятся уйти с этой мрази, боятся уйти от слепых вождей. Многие боятся, сидят, не могут в призвание войти. Я пастор, я помню, как у меня: ты пастор? Ну, я так в зеркало посмотрел, они сказали: я не пастор, я тоже говорю: не пастор. А Бог говорит: пастор. Я говорю: Бог, я ничего не понимаю, конечно. Так же, как и вы ничего не понимаете. А вот это Богу и нравится, чтобы никто ничего не понимал. Понимаешь? Зачем зубы, зачем перья, зачем волосы золотые становятся? Волосы золотые становятся. Понимаете? Зачем это исцеление? Зачем? И он мне говорит: Г-12 работает, не работает в Германии только до второго поколения, и потом все сдыхают. Я говорю: не знаю. Ну, значит, сдохнем.
Вы знаете, у нас уже и четвертое поколение. Воздайте славу Богу. Вы знаете, просто до какого маразма. Я говорю, я покаялся, только в церковь пришел, и с меня начали делать взрослого. Я стою, пляшу, я не знаю, я славлю. Бог меня освободил от духа смерти, самоубийства. Я реально хотел закончить жизнь самоубийством. Я реально, я 7 месяцев мучился. Я 7 месяцев думал только о самоубийстве. Я думал, что если я брошу курить, пить, мне легче будет. Мне тогда было 19 лет, в 94 году. Я думал, мне будет легче. А как бы уже попробовал, да? В 19 лет мы там все пробовали, да? Это здесь, в Европе, там, в 27 только начинают. А у нас там уже в 19 ты уже все, ты уже взрослый. Еще какой взрослый? В 16 ты уже взрел. Бутылка, сигарета, и стоишь там. Гоп-стоп. Мы там быстро взрослели. Страх на взрослым делал детей очень быстро. А здесь... смотришь, ему уже 27 лет. Мама платит квартиру, машину, семерку, БМВ. Взрослый, ребенок. Ну и вот. И мне это не помогло. И когда я пришел к Богу, Бог дал мне второй шанс жить. Бог оживил меня, я живой стал. Я везде бегал в Германии, я проповедовал, я с гитарой не расставался. Все меня боялись. Толпы разбегались, я вам серьезно говорю, истинную правду. Толпа стоит, смотрит, вот ненормальный верующий обратно пришел. Все. Короче, вот, я стою, помню, на молитве, прославляю Бога. Меня старейшина останавливает и говорит, пошел вон дьявол с него. А меня дьявол говорит, а я его славил, я кричал, я не знал, что в церкви кричать нельзя. Я не знал, что танцевать нельзя в церкви, потому что у меня радость переполняла, меня счастье переполняло, я ожил. Он был мертвый, ожил! Вернулся мой сын! Бог говорит, я хочу детей! Здесь стоит, прыгает, танцует. Стоп, тварь! Это от дьявола! Все мы такие, бух! Шумба-бумба-бумба. Хамба-хамба-хамба. Приди, Бог, а вот он, дулю им показывает с небес. Царство тебе небесное. Библию почитай. Кому царство небесное уготовано? Приди, Царство Небесное! Вот и приходит. Вы понимаете, все человечество, всем, начиная от бытия и кончая откровением ко всем мужам Божьим, каждому человеку у Бога было одно слово на протяжении. Не бойся. Не бойся. И за этим очень много. Не бойся, у тебя болезнь, папа. Ага. Смертельно. Ох, испугал. Что там, рак? Понимаешь? Напугали. У нас с Германии. Что может прийти хорошее из Германии, кроме Гитлера? Нет. Что может, Бонки, ну это же Бонки, это Бонки, Бонки, а вы историю Бонки знаете? Пацан сидел там, папа, старший брат, крутой, навороченный, взрослый, Бог детям открывает, детям дает ключи, детям дает правильные шаги. Amen.
детям. Он думал, что вот, братан будет. Папа думал, а Бог этому пацану в 10 лет, если я правильно помню, во сне показывает Африку, омытую кровью Иисуса. И вот в этом детском сердце что-то рождается, что его формирует, и никто даже не знает. И даже отец не знал, родной. И только настоящий ребенок Бога, который понадеялся на Бога, вы понимаете, уповать на Бога могут только дети. Довериться Ему могут только дети, вы понимаете. Папа разговаривает только с детьми. Иисус сказал, не войдете в Царство Небесное. Не войдете. И Бонки уехал в Африку с молодой женой. И знаете, великий пример для нас, потому что, смотрите, он уже до старости лет, он остался, те же тысячи. И он остался ребенком. Он не похож на немца. Он не похож. А выходит, я помню, я когда только покаялся, то там у меня привилегия была, я мог попасть на Бонки служения, на родном языке его слушать. И он рассказывает. И знаете, что он говорил? Вот это в меня как зашло. Церковь, это не ресторан, это столовая для рабочих. И в меня как это зашло. А ты хочешь, тебе сейчас проповедь. И цветочек еще. Пум! Знаешь, что я тебе засуну в рот? Гранату. И выдерну. Лимонку. Чтобы разнесло твою религиозную голову. То, что сейчас происходит на этой конференции... В рот тебе лимонку. И вытаскиваем. И рот закрываем. С ушами. Чтоб жахнуло, и хрень всякая вылезла. Формулы придумали. Реально, формулы придумали. Думаем, как это работает? Стань детем. Стань детем. Стань детем. Бог говорит, это тебе принадлежит. Иисус Навин. Не страшись, не ужасайся, не бойся. Из-за того, что народ Израиля забоялся взрослый. Бог говорит, не бойтесь, идите, я отдаю эту тварь. Все, что там, уничтожите все, вам эта земля будет принадлежать. Они же взрослые, они же знают, что может Бог, а что не может Бог. Что от Бога, а что не от Бога? Хо. Вот это да. Понимаете? И из-за того, что они остались за кустом и не прошли через этот страх. Ты понимаешь, весь мир живет в страхе. Вы не будьте как язычники. Вся церковь живет как язычники. Вот тебе и мирская церковь. Мы ищем то же самое. Мы хотим то же самое. И мы боимся, как мир. Сухарей много запас? А? А я живу одним днем. Жена докажет. Она говорит, только недавно у тебя были деньги. Где? Завтра будут... Я говорю, у нас две церкви. На каждом служении я там жертвую. Вы знаете, страх, он удерживает нас от таких благословений. Я помню, Бог, служение растет. Я теперь не могу, я понимаю, я не могу уже работать. А в церкви денег нет. Я понимаю, чтобы дальше идти, нужна жертва. Я понимаю, я, естественно, как его сын, я побежал к папочке. А куда мне еще бежать? Тебе, что ли? Ты не дашь все равно. Бог тебе сколько раз говорил, ты не даешь.
Ты не дашь. Нет, ты сейчас уже хороший стал. Будьте как дети. Вдова, не бойся. Илья говорит, это реально, он так ей сказал. Не бойся, вдова. Отдай свою хрень пророку. И пророк сидит и жует. Вдова. Ух ты. Смотри, морда не покраснела. У ребенка покраснеет, он апельсин съест при тебе, и ему до фини, что ты его хочешь. И он это, жрет, короче. Сожрал. А он сказал, вдова, не бойся. И ест. И хлобысь, короче, пух у вдовы, а? Вот это и есть царство Божье. Доверьтесь, как дети! Из-за того, что народ Израиля, он остался за этим кустом. Вы представляете? Давайте я хоть с Библии что-то почитаю. Сейчас. Бытие, 3 глава, 7. Нет, сейчас я найду. Да, короче, ладно. Будьте как дети. Что-то не хочу туда возвращаться. Мне здесь хорошо. Вот. Короче, он сказал, вы будете нас... Она как змея будет жалить вас. Помните это местописание? Помните. Все Библию читали, молодцы. Вот. Как змея будет жалить вас. И здесь есть огромный секрет, скрывается в этом. Великие благословения всегда. Дьявол пытается. Дьявол же боится, что ты их получишь. И высвобождается у него дух страха. И после этого благословения, знаешь, страх. Он говорит, а ты наступай на него. На голову. Проходи через страх. Не будет денег, зарплаты не будет. Я говорю, пап, что? Папа говорит, знаешь что? Иди соберись с командой. Скажи ребятам, мы решаем командой такие вещи. Скажи, соберитесь, мужской и женской лидерской команды. И скажи им, чтобы они тебе сделали контракт на работу, а я дам эти деньги. Это было 2 года назад. А знаете, какой страх пришел? Змея такая, кобра вылезла. Я говорю, Бог, а знаете, что такое умереть? А? Потерять страх. Мертвый лежит до фени. Ты его пугай! И дьявол бегай с рогами! Дракон! И до лампочки! Еще так. А ты его еще испугай, сам синий стань. Вот. Он же боится всего, вы что? Он трус последний. Пацан какой-то в церкви начал прыгать и уже всех своих пригнал. Останавливать движение. Это было в 95-м году. Сино не остановил. Понимаете? Я пришел к ребятам, мы поговорили. Я говорю, помолитесь, попоститесь в течение недели. Ого! Неделю поститься. Ты думаешь, а что чудеса высвобождаются?
А ты знаешь, сколько мы уже 40-дневных отпустились? Почему? Потому что папа, когда разрешает, говорит, постись. Тогда так легко. Я мешки таскал в 40-дневном посту. Еще на таких ботинках, знаете, с этим, с иголками, с гвоздями такими, кто таскал? Понимаете, они пришли через неделю, говорит, Бог нам тоже сказал. Значит, сделаем. И до сегодняшнего дня живу. Каждый раз твою жизнь, перед каждым обетованием, перед каждым шагом, дьявол попытается тебя взять. Что... И он берет только взрослых, а детей не может. Он бессилен перед детьми! Понимаешь ты меня? Он ничего не может! Матфея, 18 глава, с 3 по 5 стих. «Говорю вам истину, — сказал Иисус, — если вы не изменитесь и не станете, как малые дети, вы никогда, — сам Христос сказал, — не войдете в небесное царство. Поэтому, кто смирит себя и станет таким, как этот ребенок, тот и самый великий в небесном царстве. Кто во имя Мое принимает такого ребенка, тот принимает и Меня. Ха-ха. Тот принимает и меня. И мне папа сказал сюда, я боялся сильно. Я вас боялся. Я всех вас боялся. Не, я так не подавал виду, то боялся. Будешь проповедовать на этой конференции? Буду. Сам боюсь. Я уже миллион раз отказался. Каждый раз умираешь. Каждый раз доверяешь папу. Ну, обратно умирать. Обратно быть ребенком. Обратно доверять тебе. Обратно... А мы же так... У нас же все. У нас же внутри все эти твердыни религиозные. То, что завели в нас... направили в неправильном направлении. Те механизмы, когда Иисус говорит, будь как ребенок, тебя учат, будь как взрослый. Бог говорит, давайте, и дастся тебе. Ты, понимаете? Бог говорит, иди, не бойся, не страшись, идите в обетованную землю. Авраам, не бойся. И у Исаии чудеса, там огонь с неба сходит, сжигает там. И он боится. Бог говорит ему, Исаия говорит, не бойся, иди. Вы понимаете? И Иоаннафан говорит Давиду, не бойся, я знаю, что ты царь, будешь царем. И я второй после тебя, и отец мой это знает. Вы понимаете, все к ученикам Иисус говорил, не бойтесь, малое стадо. Это в синоде так написано. Оно просто синод, настолько уже это, уже новый, никак еще не добьет. Я уже по-новому помню, но не помню. Надо еще прочитать. Понимаете, не бойтесь. Бог хочет детей. Когда мы здесь стояли, молились, я просто умывался слезами, стоял здесь. Я чувствовал, как вот это, я чувствовал сердце Бога. Я чувствовал вот эту... Его жар, потребность. Он тебя спас. Он отдал сына своего. Он пожертвовал своим ребенком. Иисус себя называл сыном Бога, дитем Бога. Он пожертвовал своим для того, чтобы ты был с ним, для того, чтобы ты на него уповал. Он тебе все отдал. Понимаете? Но мы хотим быть взрослыми, мы хотим быть сами. Мы смотрим на ситуацию, это невозможно, все возможно. Ребенок, он пойдет. Ребенок не остановится.
Ничего не бойся. Бог сказал, иди. Бог говорит, начинай церковь, начинай. Бог говорит, начинай домашнюю группу, начинай. Бог говорит, выйди оттуда. Не сиди за этим кустом, этот куст, это какая-то деноминация, это какая-то твоя церковь, какой-то твой служитель. Да не сиди, не бойся. Самого покаяния страх хочет остановить. Самого покаяния. Перед сколько страха было, пока мы покаялись. А надо было страх пройти. Страх прошел, потом следующий страх. Мне говорят, Саша, ты будешь тему готовить на домашней группе. Я больше боялся, чем сейчас. Я неделю, я умирал, пот сходил, я готовил ее. Я пришел, а Бог говорит, ты будешь наступать на страх, раздавливать ему голову, семя мое, ребенок мой будет проходить. Дети мои, они пройдут через страх, войдут в обетованную землю. Моисею сказал, не бойся. Павлу говорит, не бойся, ты будешь свидетельствовать перед Кесарем. Не бойтесь, когда вас будут предавать, они ничего не могут. Только телу вашему повредить, да и пусть вредят. Чего они могут? Залы закрывать. Больше ничего не могут бояться. Только религия живет в страхе. Дети Бога проходят через страх. Дети Бога идут к обетованиям и верят своему отцу. Религия боится всего этого. Религия, не иди туда, там бесы. Иди, не ходи, не делай. И вот они сидят, боятся руку поднять. И это уже ударники от дьявола. Аппаратура от дьявола. А вот его тачка. Поговори верующими в бане за пивом. И подумай, послушай, о чем они говорят. Тачки, дома, бизнес. Это церковь? И ты с нее боишься уйти? Ну что, я ушел 4 года назад? А ты еще сидишь в страхе. Да не выгоняю я тебя с церкви. Сиди там, если тебе нравится, за кустом. Обкакались от страха. Запей пивом. Короче... А некоторые, я хочу бояться, в призвание не войдут. Я не могу. Я не боялся, я даже не хотел в него ходить. Я за пультом хорошо было. Смотрю, все спят в церкви. Я так писк в микрофон. Ой, пастор, извини. И сижу. Все очень просто. Страху нагонял. Не, реально. Если бы... Религия живет в страхе. Они Христос людей уводят. Они людей уводят. Я никуда не шел. Пришло время. Папа говорит, хватит. Все. Я аж испугался. Вы знаете, как трудно там быть ребенком? Знаете, как в этих церквях трудно быть ребенком? Страшно трудно. Я был там ребенком. А вы знаете, что? Что? Правильно скажу. Из-за этого они не верили, что я буду служителем. Я реально вам говорю. Они смотрели на меня, я поклоняюсь, падаю.
И вы не представляете, что я там вытворял в этой церкви. Кулаками заезжал во время молитвы сестрам. В почку. Реально было. Перед сценой стоял. Говорил, я буду проповедовать здесь сейчас. На ту сцену мне не надо. Упаси Боже. Понимаете? Трудно было быть ребенком, потому что с тебя постоянно делали взрослого. И мне постоянно говорили, и некоторые задавали христиане вопросы, говорили, страшные вопросы. Почему ты всегда радуешься? Ты что, на жизнь не смотришь? Чего ты радуешься? Чего ты радуешься? У тебя ничего нет. У тебя жены нету. Идеал, ты никогда не женишься. 8 лет ждал. Женился. А где страх? Пошел ты, дьявол, знаешь куда? Со своим страхом. Если Бог сказал, написано, это да и аминь. Я воль, мой генераль, и пошел в атаку. Религия живет страхом. Ирод, как узнал, жизнь пришла, младенцев начал уничтожать. Фараон. Понимаете, Бог ищет детей. Можно музыканты на сцену, пожалуйста? Я думаю, вы поняли все, что я хотел сказать. Матфея 6. 3 глава с 33 стиха. Нет, я это читал. Иоанна 4 глава с 18 стиха. Написано. В любви нет никакого страха. В любви нет никакого страха. Я серьезно, я испугался. Я испугался всего, когда я ушел, потому что я почувствовал дискомфорт, я не смог в той церкви оставаться. Там, где я любил, куда я жизнь свою положил, я реально жизнь свою там положил, в той церкви. Я всех люблю, я благодарен всем. Мне страшно было уходить оттуда. Потому что, знаете, такие вопросы потом. Знаете, такое мышление было заложено. Если ты отсюда уйдешь, ты автоматически попадаешь в ад. А? У тебя есть такое? Боишься? Мне брат с моей команды рассказывал, к нему один подходит, говорит, Вова, ты знаешь, из-за того, что ты с этой церкви ушел, ты автоматически идешь в ад. Он говорит, Вова ему говорит, ты вообще понял, что ты сказал? А там 30 человек, весь мир в аду, и ты тоже. Может, туда пойдем все, а? Вот они страху получат, а? Там они только в страхе и живут. Не оставайся в страхе, не живи в страхе. Проходи через страх. Любой страх – это не любовь. Если я люблю моего ребенка, я сам последнее с ними сниму. Я помню в детстве, когда были проблемы с едой, я видел, как мама все давала нам. Если ты все сделаешь ради своего ребенка, корм паче наш Папочка Небесный. Мы верующие, мы не неверующие. Мы те,
кто вложит всю свою жизнь Ему. Мы Его дети. Ты хочешь царства. Тебе просто нужно принять Слово от Бога. Мы хотим быть, чтобы Христос в нас жил, и мы ждем, когда Он придет. И мы пропускаем, что Христос есть Слово Бога. Бог дает тебе Христа. Бог говорит: Саша, ты пастор, это Христос. Христом все сотворено. Слово от Бога – это Христос. Это жизнь для твоей жизни, это то, что тебя спасет. Все, что тебе нужно в твоей проблеме и ситуации – Христос, Слово Бога, которое выходит от Отца, которое спасает, которое тебя преображает. И все, что тебе нужно – пройти через страх. Бог говорит: не бойся, и ты идешь. И это слово «Христос», оно начинает являть жизнь вокруг тебя. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Отец Небесный, Папочка, я хочу выйти из-за куста. Дорогие, это связано очень мощно с вчерашним откровением. Пока они не захотели стать взрослым, они не имели семян. Как-то, я не знаю, они не плодились. Что-то другое должно, я не знаю. Когда они вышли, они стали взрослыми. Адам переспал с Евой. Они бы плодились в раю, не переживай. Они родили что-то не то. В ДНК уже был грех. Смесь. Выйди за куста. Не прячься от твоего Бога. Выйди. Если бы Адам с Евой вышли и сказали: папочка, прости. Простил бы он их, а взрослых выгнал. Они ни в чем не нуждались, когда они были детьми и послушались своему отцу. Давайте мы попросим просто прощения и скажем: Отец, прости. Давайте посвятим свою жизнь Ему, отдадим Ему, доверим Ему все сферы своей жизни. Давайте, если Он говорит, делать, потому что Он лучше знает. Давайте мы станем детьми, и только так мы войдем в Царство Небесное. Только так мы можем вообще принести Царство Небесное на эту землю. Дети Бога – это носители Царства Бога. Это носители славы Бога. Дети Бога. Бог хочет детей. Бог хочет детей. Бог хочет детей. Будь просто ребенком. Делай то, что Дух Святой тебе говорит. Ничего не бойся. Ничего не бойся. Аллилуйя. Бог говорит: если я о цветах забочусь,
Неужели я о вас не позабочусь? Если я вселенную держу в своей руке, неужели я вашу жизнь не смогу держать? Перестань жить в страхе. Перестань переживать. Войди в покой. Будь детем. Войди в это состояние блаженства. Это то, что имел Адам и Ева в раю. Они ни в чем не нуждались. Отец Небесный, мы ни в чем не нуждаемся. Ты все, что нам нужно. Ты все. Ты научишь нас. Ты поведешь. Ты защитишь. Ты крепость наша. Ты скала наша. Нам нужно, чтобы ты учил. И великий — это тот, кто стал ребенком, детем. Бог, что хочешь, то и делай. Я буду делать все, что ты сказал. Ни направо, ни налево. Я твой навсегда. Во имя Иисуса Христа. Воздайте ему славу. Двигайся сейчас. Еще двигайся. Движение происходит здесь, на этом месте. Доверяйся папе. Доверяйся папе. Шейла. Ветер его духа. Ветер его духа. Спиралями идет по этому месту, рождая новую жизнь. Кюрама. Он вносит жизнь. Он вносит жизнь в твое дыхание, в твое дыхание, в твою сущность, в твою природу входит его жизнь. Жизнь моего сына, жизнь моих детей, жизнь моих детей, жизнь моих детей. Прямо сейчас она течет, течет по этому месту, входит в твое естество. Наполняйся этой жизнью. Начинай дышать этой жизнью. Пусть это входит в твое естество. Ты его ребенок, ты его ребеночек, любимый сыночек, доча любимая. Я дышу на тебя, любимый, любимый, я дышу на тебя. Наполняйся этой жизнью. Его жизнью, жизнью, жизнью вечной. Живи, живи, как живу я. Живи, 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 живу я и живешь ты. Я живу и ты живешь. Мы неразделимы, мы нераздельны. Моя жизнь в тебе. Моя жизнь в тебе, я жизнь свою вложил в тебя, чтобы ты жил, как живу я. Ты не часть этой земли, ты не часть этого мира, ты моя частица здесь, на этой земле, поэтому живи. Питайся моей жизнью, питайся мною, дыши мною, дыши, дыши, сын, сын, дыши, дыши, дыши мною, сын, ничего не бойся. Ничего не бойся.
ничего не бойся. То, что мое, я покрываю. То, что мое, я о нем забочусь. Поэтому Иисус говорит, не заботьтесь, я об этом забочусь. Будь со мной, только будь со мной. Достаточно для тебя этой заботы. Быть со мной, не теряй меня, не дай обокрасть тебя, не дай забрать его у тебя. Это сокровище. Его царствие нету страха. Его царствие нету страха. Только жизнь. Его царствие нету страха. Жизнь. Его царствие нету страха. Другой формы жизни не существует, как только жизнь, которая выходит из его сердца. Аллилуйя. В его царстве нету страха, в его царстве есть свобода. Свобода от страха, свобода, свобода, свобода. В его царстве нету страха, в его царстве есть свобода. Защищенность. В его царстве нету страха, в его царстве есть свобода. 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 Спирали. Это моя форма жизни. Это моя форма жизни. Рожден от меня, свобода, от моего желания. Рождение, свобода, рождение, свобода, рождение, свобода, рождение, 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 от духа и воды. Никодим, Никодим, ты должен родиться свыше, родиться от меня, родиться свыше, от моего духа, от моего семени. Ты не часть
этого мира. Ты чужой на этой земле. Ты пришелец от него. Ты мой, ты мой сын. Ты мое дитя. Живешь мною. Должники плоти, чтобы жить по плоти. Ты так часто читал это место Писания. Это не о том. Ты рожден жить от Него. Ты вечный дух. Его невеста, которая пришла на эту землю, чтобы открыть начальством, властям и силам, о, Его лицо, Его славу, Его величие, Его красоту, Его любовь, о, чтобы показать Его великолепие, Его красоту, Его могущество и величие. Thank you.
ним на небеса. Встреча с ним на небеса. Невеста, невеста поднимается к ним. Папа сказал сыну: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответствующего ему. Это невеста сыну. Аллилуйя!